лежать, отдыхать, поправляться. Лишь вот чему надо учиться. Лениться, лениться, лениться. Согласны? Нет! Этим детям не до лени. Они стремятся к знаниям и ждут, когда переступят порог школы. Сегодня у воспитанников детского сада «Таланты и способности» выпускной. Концерт для родителей и воспитателей. Целое представление с музыкальными номерами. У нас будет танцы, еще у нас будет всякие пения. Мы поедем в Париж. Последний день в родном садике – момент волнительный. Но больше всего переживают родители выпускников. Я надеюсь, что у него в жизни все сложится. У нас предстоит сложный путь дальше, первый класс. И хочется думать, что... Все будет легко и просто. Детский сад работает уже 3 года. За это время успел выпустить пару сотен детей и войти в топ лучших детских садов в России. Сегодня они выходят во взрослую жизнь, идут в школу. Я очень надеюсь, что пребывание в детском саду поможет им в этой взрослой жизни сориентироваться. У них за спиной проектная работа, у них за спиной интересные спортивные секции, у них за спиной друзья новые, преподаватели умные, хорошие, добрые. И все это должно выстрелить. Выстрелит это в школе. И напоследок вальс. Для многих первый в жизни. Ксения Брагина, Андрей Корнилов, служба новостей.